Детский сад «Жар птица». Вот здесь я нажимаю на кнопочку. Дверь открывается автоматически с пульта. Любой гражданин может сюда зайти, даже если он не должен здесь голосовать на участке. Иди к вам, позови. Центральный вход, пожалуйста. Я вам сейчас объясню. В связи с тем, что в данный момент дни голосования на участок может зайти любой человек. Вышли гулять дети, и за ними не успели закрыть. А как это обеспечивается безопасность? Вот в избирательной комиссии нам сказали, что здесь полицейские. Центральный. У вас просто не охрана никого. Нет, любой может зайти в детский. Но здесь же нет, видите, мы же зашли. Пройдите через центральный вход. А фамилия? Лопатин. Марина Валерьевна, скажите, пожалуйста, вот сегодня день выборов. Любой человек, любой гражданин может пройти на участок и проголосовать, верно? Тот, у кого по адресу. Тот, кто по адресу, да. Мы проходили через те ворота, нажали на кнопочку и зашли. А как обеспечивается сегодня безопасность детей, когда может любой человек войти, который представляет безопасность? Вас по камерам проследили. Нас по камерам проследили, но вот сбоку корпуса я зашла в помещение, прошла в раздаточную. Как вы могли пройти, вас там 30 человек. В раздаточную? В раздаточную вас не встретили. У нас видеозапись. Ну, то есть боковой, да. Боковой вход там открыт, правильно? Я сейчас посмотрю по видеокамерам, отмотаю и тогда посмотрю. Ну, можете ли тогда рассказать просто, как обеспечивается безопасность в этот день? Детей усилилась ли она или что происходит? На участке присутствует представитель полиции, органов полиции. По видеокамерам отслеживается абсолютно все. На участке представитель полиции, а в других корпусах, где дети нет, представители полиции. Все по камерам. У нас сидят охранные агентства, представители. То есть, если я захочу войти в детский сад, я через боковой вход в это здание могу зайти? Вы не зайдете, я зашла. Вы не берете домофон. Я зашла, домофон. Да. Вас я набрала в воротах домофон, в боковую дверь этого корпуса, она была открыта. Я зашла просто так. И там никого не было. Она не охраняется. Или вас по камерам просмотрели, за вами проследили. Это еще раз, то есть любой человек может зайти сбоку в здание и, я не знаю, там причинить какой-то вред. Любой человек, вот дети сейчас выходят, за ними следом закрывается дверь. То есть никаких дополнительных мер безопасности сегодня нет? И у нас находится охранник. На избирательный участок. И на избирательных, и на центральных корпусах. Я еще раз говорю, вас про камеры. Да, я поняла. Спасибо.